В рамках всероссийской акции «Большие семейные выходные» 6 семей боролись за звание лучшей. Им предстояли веселые старты, а также проверка знаний на тему правил дорожного движения. Мероприятие было посвящено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Сейчас они пока как разминочные, спортивные, а дальше на знание правил дорожного движения. Как перейти улицу, как пропасть в школу и так далее. То есть это очень полезно, потому что ведь лето наступило, дети в школу не ходят, они же по улицам все равно ходят, и чтобы они соблюдали правила. Также одним из акцентов игры стал этот год, который был объявлен годом семьи. Увлекательная эстафета – это не только возможность выиграть ценные призы, но и с пользой провести время с семьей на свежем воздухе. Сегодня погода очень хорошая и очень я рада, что мы все тут собрались и играем в интересные игры. Сегодня день такой пасмурный, но так весело, потому что впереди нас ожидает много конкурсов и эстафет. Я этого очень жду. Хочется, конечно, победить, но мы не знаем. Но мы будем стремиться. Несмотря на серьезное рвение всех команд к победе, все происходило в позитивной и дружественной атмосфере. Родители смогли окунуться в детство благодаря веселым стартам, а дети узнали много информации о правилах дорожного движения. Дорожная эстафета прошла в регионе впервые. Со слов организаторов, проведение семейного Форда Боярда планируется делать на регулярной основе. Лана Байду, Буян Монгуш, Азамат Отчур, телеканал Тува-24.